На конкурс дети читают стихи. Фанаберова Настя, 6 лет, город Новокуйбышевск. Тополек Зоя Романова на фронт парнишка добровольцем уходил. Возле дома тополек он посадил, на прощание нежно мать свою обнял. До свидания, родная, ей сказал. Помни, сын твой никогда не подведет, он погибнет и с победою придет. Посмотрела прямо сыну мать в глаза, и по лицу скатилась горькая слеза. И с тех пор, как только солнышко взойдет, торопливо на свидание мать идет. Гладит тополя на ласково рукой. С добрым утром, как ты спал, сыночек мой? Много дней прошло с тех пор и много лет, и парнишке затерялся того след. Дом родной давно заброшенный стоит, и листвой тревожно то больше листит.